На Петербургском экономическом форуме Ульяновская область подписала соглашение с компанией «Марс». Инвестор намерен направить 1,6 миллиардов рублей на расширение производственных и научно-исследовательских мощностей. Мы хотим проинвестировать 930 миллионов рублей в расширение нашей фабрики по производству домашних животных и 700 миллионов рублей в строительство второй очереди научно-исследовательского центра. Кроме того, что хотим перевести из Подмосковья Ульянов в наш СПАК. Напомним, единственный в России научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных компании «Марс» работает в Ульяновской области с 2018 года. Сегодня в нем проживает 270 кошек, который помогает совершенствовать вкусовую привлекательность кормов. Благодаря инвестициям во вторую очередь проекта в центре появится блок для собак. В подразделении планируется реализовывать научные программы и развивать инновации в сфере изучения вкусовой привлекательности кормов и особенностей вкусового восприятия собак. Открытие второй очереди центра запланировано в следующем году. Также глава региона провел ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Сбербанка. С последним было подписано соглашение о сотрудничестве. Анна Тищенко, Улправда ТВ.